Ну чё, ребята? Так, все отлично, с одной разобрался. Сейчас на очереди у нас другая. Так, сейчас подумаем, что с ней сделать. Опачки! А я вообще с этой Леночкой и местью про телек забыл. Мой телек, походу, у нее дома находится. Так, к чему приступить? О, ребята, идея! Сейчас мы с медсестрой разберемся и телек свой назад отобьем. Точно. Вызываем медсестру к Леночке. Так, ребята, она ж ко мне точно не поедет. О, у меня идея. Сейчас мы ее вызываем к Лене, как будто Лене плохо. Лена мне только что позвонила, и очень нужна ее помощь. Все, звоним. Что из этого получится, не знаю. Попробуем. Алло, я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Только что звонила мне моя девушка, я дома на карантине сижу. И она сказала, что ей очень плохо, позвонить врача вызвать. Вы бы не могли к ней приехать, очень срочно. Я все поняла, хорошо. Ага, хорошо. Все, давайте тогда, до свидания. Знаю я этот развод. Думает, я такая наивная и поверю. Этот молодой человек снова хочет меня затащить, чтобы со мной мило полюбезничать, либо каким-нибудь образом да мне отомстить. Ах, не такая же я и наивная. Сейчас этой девушке наберу. Уточню, действительно ли она так больна. Ху-ху-ху, ребята, походу поверила. Ладно, мне тоже надо срочно ехать. Если она приедет, я ее как раз в квартире застану. И как-нибудь там ее скручу, додумаю. Все, помчали. Ребята, идейка зачетная. Думаю, сейчас двух зайцев одним махом завалю. Все, помчали. Так, где-то мне был ее номер телефончика записан. Так, звоним. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Абонент часовни. Недоступно. Значит, он прав. Так, включить мозг, включить логику. Да, если бы он хотел вызвать меня к себе, он бы вызвал к себе, а так он вызвал к ней. Срочно надо бежать и ее спасать. Все, побежала я. Ну что, ребята, тихонечко пробираемся. Надеюсь, я опередил медсестру. У меня для нее приготовлено, во, ассортимент. Пойдем проверим. Походу, я точно первый. Закрыто. Все, надо быстрее. Так, отлично. С минуты на минуту она должна приехать. Видите, ребята, какой я гений. Леночкиными методами и ее методами. Пока ехал, в аптеку заехал. Ее снотворное прикупил. Сейчас она зайдет как-нибудь, и я ей тык в попу аккуратненько. Так, а сейчас пока проверим, где-то мой телевизор, а? А, вот ты мой родненький, лежишь здесь, ну ничего, не волнуйся. Так, сюда, может быть, медсестру скрутим, положим. Ты сегодня к папочке поедешь домой, пока тебя на диванчик, вот сюда. А. Так, все, надо готовиться, куртку снимаем и будем встречать медсестру. Так, курточку вот здесь пока спрячем. Угу. Так, ребята, а как мне придумать, как мне ее скрутить? Так, она позвонит в двери? Точно! Я ей чуть-чуть приоткрою двери и сюда быстро прячусь в ванную. Она ж, естественно, в зал пойдет посмотреть, может, там на диване кто-то лежит. А я сзади подкрадусь и укол ей в попу впендюрю. Точно! Класс! Все, за уколом. Так, все. Вот мой укол, при мне должен быть и скотч. Все, она с минуты на минуту должна прийти. Пойду, короче, на балкон, на кухню скажу, понаблюдаю за ней. Ребята, походу это медсестра. Сама ко мне в ручки летит прям. Ну что, все, приступаем к плану. Все. Я не поняла.
точно надо пройти в комнату. Ну что, ребята, понеслась! Ребята, супер! Сильно действующее снотворное! Все, на кровать ее! Ребята, ну что, зачетно получилось! Кстати, уколы никогда не делал. Кому понравилось, как я медсестре укол впендюрил, обязательно ставьте лайк. Все, смотаем ей руки вначале. О. Вот, отлично. О, супер. Ну еще к ногам приступим. А, медсестричка, попалась ты в свои же сети. О, думаю, крепко. А, я надежно леплю. Так, что тебе еще? О, рот еще тоже ее заклеим. Такую побольше. А? Отлично. Вот так, до ушей. О, с маской. Ребята, зачетно получилось. А, ха, ребята, еще небольшая идея. Рот-то заклеили. Сейчас ей на ее четыре глаза. Четыре глаза, короче, ей заклеим сейчас. О, зачетная идея. Смотрите. Хоба. Вообще, реально зачетная медсестра получилась, класс! Короче, кому нравится, как я расправился с медсестрой, обязательно лайк ставьте. У меня еще маленькая идейка поиздеваться над ней. Сейчас мы ее сумку, короче, с лекарствами к ногам ей примотаем. Ребята, а вот ее и сумка. Короче, берем вот так вот, на ноги. Во, отлично. И вот скотч, и вот так вот сумку примотаем к ногам. О! Класс! А, отлично! Все, отдыхай, а я помчал. Пересекся. Главное, аккуратно надо не разбить. Телек грузим. А! Ну что, ребята, зачетно я расправился с одной и со второй. Если так же считаете, то пишите в комментариях, обязательно прочитаю. А вы были на канале Crazy Life. Подписывайтесь, не забывайте поставить лайкосик. Ну и все, всем пока. Я помчал домой.